снимать, но вот выхожу, да, и посмотрите пол. Посмотрите пол в церкви, да, посмотрите, как он опускается, поднимается. Посмотрите, здесь опускается, не знаю, надеюсь, вам видно. Здесь поднимается, да? Посмотрите, абсолютно неровный пол. Абсолютно неровный пол. Это невероятно, невероятно. Вот такой весь неровный пол, кстати. Посмотрите, да, вообще? Невероятно. Такое мы вообще ни разу не видели. Посмотрите. Это просто финиш. Финиш. Придется поснимать, поработать, что делать. Ничего страшного. Пойду сейчас я попробую в этот, в башню зайти. Посмотрите, посмотрите. Вообще все, все, кстати, неровно, неровно. Офигеть, посмотрите. Посмотрите. Вообще рисунок, да, посмотрите. Вы поняли, да? Здесь главное уже так все достаточно ровно. Так, ну стены я снимала. Правда, я не снимала с таким пристрастием, типа, пожиже, то что это было еще июль того года, еще даже жизни не дошло дело. Как раз после Венеции поехали, когда. В общем, жижа случилась. Нет, жижа случилась, но еще не было у меня ничего такого вот. Еще как бы ничего такого не было. Я даже, по-моему, не говорила еще слово жижа. Или суперинтеллект. Вот это здание, которое обогнуто, посмотрите, как сбоку-то тоже. То есть, как бы все получается макет такой. Посмотрите, сколько вот этих вот треугольников, да? Драционы. Так, ладно. Невероятный цветок такой, да? Масенька, если бы у меня было, блин, хлебушек, я бы им дала бы. Так, это я снимала. Львов я точно снимала. Вот, это тоже снимала стены. Посмотрите, какие они тоже неровные стены, видите? Ну, это уже понятно, это там такие полы вообще волнистые. Посмотрите, я сейчас бы упала. Шла бы, снимала и рухнула. Так, ладно, идем. Ну, не знаю, как они едят. Я сейчас пою. Эти голуби бедные, я, конечно, за них волнуюсь. Ну, посмотрите, все неровно, да? Посмотрите. Так. Это ж комаров ходит. Нет, ж комаров ходит. Я думаю, что за звон такой? Смотрите. Довольная, блин, как папа Карл. Ура, с Дедушкой Морозом сфотографировалась. Ой, классный шарфы, блин. Так, это я тоже все. Ну, посмотрите, здесь тоже вообще какая вибрация идет, да? Тоже это я уже делала. Есть у меня видео всего тут, всего. Вот, только что была там на балконе. Блин, они точно меня кусят? Клюнут. Клюнут, короче, меня в голову. Посмотрите, он тоже, он, посмотрите, видно, что он весь неровный. А повернутый как-то, ну, очень сдвинутый пространстве. И колонны там, видите? Колонны, все неровное. А колонн тут, наверное, вообще тысяча. Так, ладно, пойдем посмотрим, может, зайдем. Этот компанили. Но никто не заходит, я не понимаю, почему.
дерево тоже, да, вот? Шарами. Короче, уже начинает темнеть, ребятки. Не знаю, что никто не заходит. Видать, что-то... Смотрите, какая чайка, да? Смотрите. Блин, больше милюшки. Озера. Сколько билет стоит, лежите? Так, честно говоря, неохота мне в компанию идти, блин, потому что это все равно одно и то же будет, в общем-то. Мы уже дофига сняли башен. Хотя такой, знаете, как бы такое казённое, как это, такая возможность зайти без очереди. Никогда здесь не бывает, чтобы не было очереди. В какой-то веке нет очереди. Вот. Но я просто никакущая. Если я еще не упала в обморок, это не знаю почему, потому что я, наверное, как бы натренированная, да? Я даже не пошла внутрь туда гулять, потому что у меня нет просто сил. Вот. Поэтому давайте-ка ближе к поезду пойдем. Фабрис? С 1994 года Фабрис. Эти розовые фонари, я помню, Кирушка, там розовые фонари, да. Скоро их зажгут? Розовые фонари. Сейчас я их вблизи сделаю фотку. Ну, уж во всех ракурсах сняла, потом обработаю. Вот, теперь нам осталось вот туда, вот это. Не, ну много чего осталось. Мы только Палаццо Дукале смогли. То есть здесь еще вот этот вот, напротив, вот этот базилик. Его надо посетить. Потому что он вообще абсолютно в воде. Там вообще нет даже, то есть, ничего нету. Сколько вибраций. Интеркон такой бедненький, как крокодил, да? Чайка сидит на драконе, блин. Деловая, не могу. Руки дрожат уже не только от того, что телефон дрожит, но и от того, что я уже просто никакущая. Вы посмотрите, как видны наросты, да? Посмотрите. Вот как видно, что это все одно целое выросло из камня. Ну, выросло, образовалось, господи. Материализовалась, но материализовалась нет, мне не нравится. Ну, вообще-то, да, по идее-то. Вы посмотрите, еще и цветок внизу, кстати, да, наш цветок, видите? То есть еще и с листом. Внутри листок, да, но не внутри, а на конце. Ой, слушайте. Нет сил больше у меня. Много чего вижу, но уже не могу говорить. Я уже не могу говорить ни на каком языке вообще. Даже на своем этом гнусавом не могу говорить. Вот, сейчас еще 20 секунд пройдусь. Пойду-ка я на свой кораблик. Потому что, знаете, что если я не ем, блин, у меня сейчас будет точно крамп, блин. Вот
прямо плеяда вот этих вот. Розовых фонарей. Слушайте, это наросты, то же самое, что там, да? Что то же самое на потолке, только там, значит, золотой, да? А тут как бы в камне. Тоже то же самое наросты. Ой, блин, не могу, у меня уже все. Все болит. Слушайте, как орёт, да? Вот туда еще все идут, видите? То есть тут еще дофига. Не знаю, что это. Мне вообще пофиг, честно говоря, уже не могу. Абсолютно. Что там и как там. Слушай, такая дымка классная перед тем, как все потемнеет. Здорово. Но фонари не включились, к сожалению. Еще пока рановато. Ну, скоро уже включится, но я не хочу здесь стоять, потому что мало ли что, надо ближе к зальчику. Ой, как сильно пахнет рыбой, ой, да и морем, йодом. Я такая рыбой, потому что я голодная, да? У меня пахнет рыбой, блин. Видите, как... Смотрите, как там вообще. Смотрите, это вот. Это не дерево, да? А это решетка вот такая чудная. У меня дрожит рука, потому что все, я уже не могу. И телефон просто он. Даже не то, что я могу, не могу, а телефон вот этот дрожит. Вот тут тоже решетка торчит, да, боковая. Уже неплохо здесь фокусируется вообще. Смотрите, какие наросты. А вот там нету, смотрите, сколько ракушек, да? Наросло, смотрите. Да, корабль идет. Скорее всего, он идет, куда мне надо, блин. Ну, тут каждые 5 минут вот розовый фонарик. Один-одиношник. Я думаю, здесь еще полно будет труб. А здесь, посмотрите, ну вообще столько труб, да? Ладно, все, выключаю. Девочки и мальчики. Пока-пока.